дают. Еще немножко 13 сказать о том, что происходит в синагоге, в другом комплексе Садовод. И немножко еще рассказать о Ишевеша Рейкуша, который находится в Москве, на улице 9-я рота Преображенская площадь. Так как эти как бы, синагога и Ишева, которые работают вместе, приближение евреев, ну, в частности, конечно, все равно понимаю, горских евреев, славных христов, конечно же, и других евреев, как бы разницы, как мы видим, одинаковые. Так вот, вот она происходит просто точечное направление, так, чтобы приблизить именно общину. Вкратце расскажу о бетхнессете Садовод Бет Сфарадим. Там происходит снова по молитве, также шаббатные молитвы. Так как вы понимаете, синагога находится в торговом комплексе, поэтому меня, конечно, в шаббат бывает очень небольшой. Это только с прибрежных районов, то есть можно пешком прийти. Несколько человек, которые находятся там, проживают. Но, слава Богу, уже началось построение нескольких комнат. Сделали то, чтобы люди могли приезжать, гостить, остаться на шаббат, на Божий. Проводятся ежедневные уроки с 4 вечера, 4 дня. И до времени Минхи. Три урока разделяются по Аллахе, по Параше. И люди, слава Богу, приходят, обучаются. Также есть некоторые драшо после молитвы происходят. Есть воскресенье, сегодняшний день есть каждое воскресенье для детей. Собираются дети, слава Богу. И немножко расскажу также о Ишве Шарейкуша. Там, слава Богу, работа уже налажена в лучшем мире, потому что есть ежедневные уроки для детей, в школу они сразу приходят, могут пообедать, есть подвозка, там сразу происходят уроки, также у них есть развлекательные всякие программы, в виде шахмат, компьютер, танцы. Так что, если даже, как говорится, провести мост со стороны Торы на другую сторону нашей жизни, чтобы хотя бы еврей каким-то образом пришел в этот дом, и уже дальше, как говорится, с Божьей помощью, уже приближается потихонечку. Также проводятся, слава Богу, праздники, праздничные всякие мероприятия, путешествия проводятся периодически. И вот, еще женская работа, есть немалая женская работа. По субботам собираются женщины, по воскресеньям проводятся уроки женские уроки в шале и душа. Ну, слава Богу, это идет направление в ту сторону, что заходя в этот дом, я сам нахожусь здесь совсем много, несколько месяцев, но заходя в этот дом, ощущаешь себя, что ты находишься, чтобы ты не покинул святую землю. Заходя в этот дом, чувствуешь себя на еврейской земле, в общении евреев, которые, допустим, знают то, соблюдают и стараются идти вперед. Хорошо, спасибо всем.